Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Я неоднократно вам говорил, что родился и вырос в Татарии, которая позже стала Республикой Татарстан. Однако не упоминал, что родители мои переехали в Татарстан всего-то за пару лет до моего рождения. Поэтому ничего удивительного, что сало в нашей семье очень даже уважали. Так вот, в моей семье сало солили, я его обожал. Отрежешь какой-то тонюсенький ломтик на черняшечку с чесночком. Красота! Из дома уехал учиться в Москву сразу после 10 класса. В общаге жили студенты со всего Советского Союза. И там у меня появился товарищ, родом откуда-то из-под Тернополя. Такой, знаете ли, архетипический хохол. Он все, помню, пытался отпустить такие усы, знаете, хохлядские. Они у него по молодости лет не росли. Общага была коридорного типа, комнаты на 3-4 человека. Так вот, как-то зашел к нему в комнату и вижу, что он что-то трескает, из баночки берет, намазывает на хлеб и жует такие бутеры. А дальше все было как в анекдоте. Знаете, что это ты трескаешь? Сало. Какое к чертям сало в банке? Крученое. Дай попробовать. А что его пробовать? Сало я к салу. Короче, сегодня хочу такое приготовить. В основе сало и чеснок. Соль, пряности, зелень можно добавлять или не добавлять. Все на ваш вкус. Нарезаю сало так, чтобы через мясорубку можно было пропустить. А чеснок надо очистить. Перец черный сразу раздроблю. И через мясорубку. Пропускать надо с чесноком вперемешку. Зелень можно вручную мелко нарубить, а можно через мясорубку пропустить. Какую брать, дело вашего вкуса. Можно укроп, можно петрушку, можно даже кинзу, если любите. А можно вообще все вместе. А теперь надо добавить соль и пряности. И перемешать хорошенько. Все очень просто. Теперь перекладываю в баночку. И осталось его спрятать. Аромат сала с чесночком и с зеленью пряной – это классно, вы знаете. А здесь нет нужды беспокоиться о том, что оно будет жестким. Я же его провернул через мясорубку. Класс. Надо прятать. Сожрут моментально. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки.